А мотострелки Северного флота завершают зимний период обучения. В Печенском районе для них провели контрольные практические занятия по стрельбе. В ходе занятий у всех военнослужащих проверили теоретические знания и практические навыки по предметам боевой подготовки. На полигонах они показали профессиональную выучку, выполнили контрольные стрельбы из штатного вооружения. Кроме того, мотострелки отрабатывали смену боевых позиций, умело пользуясь естественными укрытиями на местности. Занятия проводили как днем, так и ночью. Мы с братом с города Пскова попали сюда по собственному желанию. Вот. Очень рады, что служим на севере. За год участвовали во многих полевых выходах. Боевая подготовка каждую неделю.